Клопатливость весны переходит у напруженность лета. На парадку дня – косовица, сезон корма на рыхтовке. По развитию трав как раз той момент, когда треба працавать, лечи, что круглосуточно, когда важная каждая година, тем больше у режиме периодичных дождей. Два кормонарыхтовчие комплексы с необходимой количеством грузового транспорта на сенокосах больше, чем световый день. Ворушатся волки, убирается масса, следом подкормка под наступные укосы. Все одночасово. Планы на заготовку кормов большие. Нам надо заготовить 11 тысяч тонн сенажа. Траншеи в основном у нас будет закладываться сенаж. Сейчас заложено в рулоны, закатано в рулоны 420 тонн высококачественного сенажа для телят. Забеспеченность кормами – питание номер один для Александрии Агра и в той связи, что у минулом году до ее была долучена соседняя господарка, была долучена в вересне, когда ситуацию с кормами не надто поправишь, а остаток кормить треба, тем больше ситуации, когда каждый литр молока на вагу золота. Маешь молоко – маешь гроши, которые завсюди есть, куда укласти, тем больше, когда треба поднимать витворчасть. Поднимать на такий уровень, как на новом живелогадовчем комплексе неподалек центральной сядибы. Мощность этого комплекса 620 голов, на сегодняшний день почти 500 коров дойно уже стоит. Остальные на сегодняшний день для профилактики мы выгнали сухостой весь, выгнали на поле, чтобы оздоровить и коров сухостойных, и будущих телят, и немножко здания само подмарафетить. Поэтому вот на сегодняшний день уже около месяца выпускается сухостой, весь выпускается на пастбище. Малявничий выпас, до речи, неподалек, тому на ночь живела загоняется у выгулы, где докармливается и поится, а с ранішньою росой знов на натуральные травы. Нехитрые нюансы, але нават у их свідчення господарчого подходу у деталях. И от их так само становчая динамика у витворчості живелогадовчої продукции. Это большое подспорье. В принципе, считайте, что каждый день на счет падает более 130 миллионов денег. В комплексах, наверное, наше будущее. Мы построили комплексы не для того, чтобы забавляться какой-то игрушкой за большие деньги, а получить отдачу, получить молоко, которое мы можем обменять спокойно на заводе на деньги. Прасковья Кименко, Василь Полховский, областные новини, Кам'янецький район.